Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной видосик с Бравл Старса. Решил сделать видос, записать фановые катки, которые были вчера ночью. Мы вчера вечером на стриме фанились, и я решил дальше пофаниться еще. Позаписывать веселые моменты с Альприма. Как по мне, это реально самый такой обалденный персонаж на сегодня. И как видите, я в этой катке просто тупо... прыгаю с одного трамплина на другой, решил пофаниться. Ну, сейчас все сами вы видите, это чисто фановые катки, то есть сами можете видеть. Я их даже не бью, я себе прыгаю с трамплина на трамплин. Я, короче, решил продолжить наш фан вчерашний в ШДшке. Там тоже есть трамплины, и реально хоть как-то разнообразить скучную игру. Ну, не то что скучную, просто надоедает иногда просто фарм-фарм. Хочется иногда побегать, пофаниться. В итоге я решил попрыгать целую катку с одного трамплина на другой. Жалко, конечно, что мы эту катку проспойлерю слили. Но катка реально веселая получилась. Ну, сами сейчас все увидите. И поймете, почему Альприма реально один из таких самых фановых. Вот они захватывают гемы уже, вроде казалось бы, все. В большинстве случаев ребята сдаются и стоят на месте. Но на месте никогда стоять не надо. Вот сразу летит ульта, и все, убили. Раз, слил второго. Ну, на третьем, конечно же, у меня на третьего не хватило жизни. Нита завалила. Опять они собрали гемасики. Теперь у них преимущество. И опять то же самое, смотрите, что Альприма. Ну, Альприма, не знаю, как по мне, это один из таких самых имбалансных персонажей, особенно за счет гаджета. Смотрите, опчик, перекинул. Тут опять же у меня очень мало жизни, сливаю. Мои подбегают, это все с рандомами, то есть это рандомные напарники, противники. Ну, противники, они всегда рандомные. Вот опять добиваем, есть, добил. Тут меня немножко покоцали. Вроде казалось бы, все. Вот они вдвоем стоят, и просто он ее не добил. И меня сзади добивает Рико. И в итоге нас опять сливают. Вроде добиваем, но чуть-чуть не хватает. Опять то же самое. Но реально, катка, когда ты играешь, и вот такой вот фан-трэш, это очень круто. Не знаю, мне это больше нравится. И тут... уже окончание этой первой каточки фановой. В итоге мне чуть-чуть не хватает, чтобы добить. И они не успевают. Все, здесь они затащили. Ребята там довольны, видимо. Ну, я не знаю, я играл в фан. Вот мне реально в кайф побегать, пофаниться. Потому что вот это именно тот персонаж и карта, на которой реально хочется играть. Так, наша вторая карточка. Каточка. А вы не забыли, кто не подписан, подписались и поставили лайкосики. Я думаю, буду пилить вам почаще видосики тоже с Бравла. В общем, вторая катка. Опять тоже начинается фан-трэш. Меня сливают. Ну, я просто чисто по фану бегаю и развлекаюсь. Примат — это именно тот перс, которым реально хочется бегать. Так, я залетаю. Опять меня сливают. Я больше всего не люблю, когда вот ты реально начинаешь фармить кубки, и когда кто-то из твоих тиммейтов просто залетает, вот как я, на трамплин. Его фактически всегда сразу сливают, потому что в основном стоят двое-трое. Ну, то есть это без проблем слить любого персонажа. Но я здесь чисто это делаю по фану. Возможно, другие тоже по фану это делают. Я больше чем уверен, что некоторые всерьез залетают на трамплин и думают, что они... смогут затащить. Так, опять нас разбирают здесь. Все, ребята в себя поверили. И начинается опять же трэш с приматом. Смотрите, чик. Один. Сейчас разберем второго. Второй. И все. Вроде казалось бы уже... И вот тут бросок, ну, гаджет, я не знаю, наверное, один из самых таких топовых для Brawl Ball, да даже для гемасиков, когда надо изменить какой-то ход
катки, гаджет просто эпичный. Смотрите, оп, раз, перекинул, все, не убежал. Ну, еще крюк нам подбежал, но в итоге каточка просто тупо поменялась кардинально. Это одна из маленьких, поехали дальше. Сейчас будет еще одна такая же каточка. Тоже весело, это фактически за полчаса, то есть катки такие веселые. И последняя каточка будет самая интересная, там реально было интересно фармить. Тут тоже кайфовая катка, просто тупо забегаешь на трамплин, тебя тупо сливают. Я тоже фанился, надо будет проверить, сколько максимум раз можно будет запрыгнуть на трамплин за катку. Вот. Опять слили, тут Дино просто, ну пацаны там, наверное, думают, воу, все, вау. Они просто будут сейчас тащить, и потом в итоге все очень быстро меняется. Опять меня сливают. Без каких-то либо шансов. Ну, конечно, когда у меня два тиммейта против трех, я каждый раз вот так вот залетаю. И тут начинается дикий трэш, все. Минус Динамайк, назад перекинул, нежданчик, и у парней 0 гемасиков. Все, каточка кардинально поменялась. И тут мы забегаем опять на трамплин. Ну, обычно никто не думает, что с гемом мне, наверное, будут прыгать на трамплин в последний этот путь. Но мы это делаем, и, в принципе, катка тоже тащится очень изи. И сейчас будет у нас самая эпичная, как по мне, катка за вчерашний вечер. Это каточка, я не знаю, это с вчерашнего вечера, это где-то в 3-4 утра я играл, тоже зашел пофаниться, поапал немножко джеки, и тут уже действительно кайфовая катка, вот таких бы каток реально побольше. Опять же, это все рандомный подбор, потому что когда играешь со своими, ну не знаю, не получается так пофаниться. Хотя можно, в принципе, договориться и чисто по фану. Так, тут меня Нита станет гаджетом. А тут реально сейчас самый трэш будет в конце, когда начнется перезалив гемасов. Сейчас вы это все увидите. Опять сейчас меня должны слить. Вот я забегаю. Меня сливают. Ну, пока вроде так, идем ровненько. Так, Ниту разобрал. Ну, там Шелли ихняя. И тут все трое побежали за Шелли. Не рассчитали силы, двое подбегают. Шелли улетает, я не успеваю. Все, они забрали гемасики. М4. Я опять же, как обычно, на трамплин. Меня двое разбивают. 7-5. Один гем мы забрали в итоге. Ну, не знаю, как по мне, это самая фановая карта, этот кораблик именно с трамплином. Не знаю, мне очень нравится. Побольше бы таких карт было. Было бы повеселее, когда именно можно заскакивать и неждан делать. Так, 9-8. Ну вот, в принципе, идем вплотную. Все, мы типа вроде как бы должны тащить. 10-8, 11. И тут меня Нита замедляет, и они добивают. Все, опять они начинают тащить. Моего Поко Роза, как видите, вроде и сливает, но не успевает забрать гему. Думаю, если бы сейчас она успела забрать гему, мы бы слились. 11, 10,
И тут на второй секунде забирается Гимасик, и опять же 11-11. Страсти накаляются. 12-11. К нам Нита снизу забегает, но в принципе это зря он делает. 13 у нас. Вроде казалось бы все, можно свободно держать. Роза забегает снизу, как видите, в надежде на то, что никто ее не видит. Опять 14-11. И посмотрите, Шелли опять бежит вверх. И тут вот тоже опять же сейчас будет неждан. 14-13. Опять меня сливают. 14-14. Все, опять они ведут. 15-14. Это вообще была потная катка. Я забегаю на Шелли, ее сливаю. Роза все равно забирает. 14-15, и мы ждем Гимасика. И тут какого-то фига попка, я не знаю, и Шелли что-то к нам прыгнула, хотя они могли разобрать. Но в итоге смотрите, что делает. Я отхожу вниз, а попка все равно бежит вверх. И причем бежит, он сливает, и его добивает Мишка. И тут меня чисто спасает сейчас ульта, и то, что Нита просто промахнулась. Забираем 15-14. И тут я не знаю почему, Роза, наверное, поверила в себя и побежала за нами с гемасами. В итоге они просто уже слились, и мы забрали все гем. А, в общем, такие вот каточки, ребят, были, реально каточки веселые. Как видите, ну, силы, как обычно, подбор рандомно идет, но зато это фановая, одна из таких самых фановых каток была. Пишите комменты, ставьте лайки. Буду еще снимать, думаю, другие видосики. Всем удачи, всем пока.